Девчонки, предлагаю вашему вниманию рецепт быстрых сырничков. У меня даже сынулька их называет сырнички, как блинчики. То есть вот буквально за несколько минут все это готово, то есть не нужно ничего формовать. Вот, и очень он их любит. Для этого я использую, вообще для приготовления я в последнее время использую вот такие вот сырки. К сожалению, их сейчас нахожу только в Москве. Как только утконос у нас закрылся, приходится ездить в Москву именно вот за ними. Нулевой процент жирности, творожок с сахаром, ванилином, то есть вот именно обезжиренный, никаких там ни масел, да, растительных, ничего не входит. Вот. Очень такой нормальный, проверенный временем продукт, еще бывает с изюмом. Значит, я использую два творожка вот таких, да, по 100 грамм, одно яичко, муку, вот беру активию с черносливом немножечко, можно кефир использовать, да, если густовато, как бы вот это тесто получается, и немножечко разрыхлителя. Творожок разминаю с одним яйцом, то есть 200 грамм творога и яйца. Поскольку я использую вот такие сладенькие сырочки, сахар я не добавляю. И ванилин тоже. Вот, все это можно, значит, с обычным творогом, да, сделать и с жирненьким. В общем-то, кто как любит. Но поскольку я говорю, у нас все продукты низкожирные, ну, честно, очень вкусный творожок, вот, то я использую именно вот с такими сырками. Даже привожу из Москвы. И много привожу сразу, да, и замораживаю их в морозилочке, а потом перед применением просто размораживаю и использую. Так, вот, значит, сделала я вот такой консистенции творог. В принципе, такой творог только на сырнике. Поэтому я добавляю немножечко активии, чтобы это разбавить. Просто в данной ситуации у меня нет времени делать вот эти формованные шарики, которые, да, потом как шайбочки их, то есть самые настоящие сырники. То есть это все быстро. Немножечко добавляю я разрыхлителя, ну, прям совсем чуть-чуть, чтобы они были более воздушные. Вот. Очень он ждет. Сейчас, сыночек. Вот такой консистенции получается. Теперь я беру муку. Ну, где-то пока вот так. И тоже все перемешиваю. Одну столовую ложечку с горочкой. И еще чуть-чуть, буквально вот, вот так. Сюда можно добавить и изюм, да, и курагу, все что угодно. Вот. То есть гуще не делаю, иначе с мукой нельзя переборщить, иначе получится очень не такие плотные, как подошвочки. Вот, вот так вот очень даже хорошо. Приступаем к выпечке. Маслица я использую совсем немножечко. Буквально я его сейчас капну. Да, и просто пальцами распределю по поверхности таким образом, то есть просто сковороду смажу. Ставлю ее на огонь, слегка нагреваю, и уже на хорошо разогретую сковороду вот таким образом просто ложкой, именно как оладьи или как там, да, как мы делаем, вот таким образом я по столовой ложечке выкладываю эту смесь, слегка ее так разравниваю. Вот. У меня 4 получилось, еще вот столько осталось. То есть получится где-то из 200 грамм, да, 5-6 таких вот сырничков ленивых. И накрываю крышечкой. Переворачиваю. И еще одна крышечка. Они слегка увеличиваются в объеме за счет того, что очень такие пышненькие и немножечко разрыхлители. На сковороде у меня еще 2. И вот получилось. То есть я уже сняла их со сковороды. 4.
То есть из 200 грамм получается 6 полноразмерных таких сырничков. Я хочу, чтобы вы посмотрели и увидели, да, какие они получаются толстенькие, то есть как они поднимаются под крышкой в процессе выпечки. То есть они получаются очень воздушные. Антох, улыбнись. Сынуль. Вкусный? Улыбайся, сыночек. Улыбнись. Ну, кушай. Мамочка, я беру тебя. Покажи первый раз, когда я загаю по сырничке. Вкусные? Вкусные?